Продолжаю записывать упражнения. Следующее упражнение выполним вот с такой 20-килограммовой гирей на левой руке. Толчок гири левой рукой с одновременным поднятием на бицепс. Вот, на правой руке выполнили, сейчас выполним на левой руке. Ну вот, 10 раз на левой руке. Упражнение закончено. Благодарю за внимание, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал. Кому интересно, ставьте лайки. Желаю всем крепкого здоровья. До скорых встреч.